Дорогие друзья, приветствую вас на канале Crazy TV. Спасибо, что посетили нас. На нашем канале много всего интересного, но внимание, иногда присутствует ненормативная лексика, то есть маты. Имейте это в виду. Для начала, перед увлекательным рассказом про то, что кушают отъявленные маньяки и убийцы перед своей смертной казнью, маленький анекдот по теме. Забегает маньяк в автобус и орет: «Сейчас, блядь, всех изнасилую!» Добрая девушка просит: «Ну, пожалуйста, хоть пожилых не трогайте!» Тут одна бабуля подает голос: «Нет уж, нихуя, сказал, всех изнасилую, значит, пусть всех и насилует!» Итак, про последнее желание маньяков перед своей смертью. В 31 штате США и других различных странах, где до сих пор применяется смертная казнь, часто принято подавать приговоренным заключенным специальный последний ужин по их просьбе. Иногда при этом существуют ограничения. Например, в штате Флорида стоимость продуктов не должна превышать $40. А блюда должны быть приготовлены в тюрьме. Правильно, вот уж нехуй кормить ублюдков за народные деньги. Итак, номер один в нашем печальном списке – это Джон Уэйн Гейси, 52 года, штат Иллинойс. Этот жирный усатый ублюдок признан виновным в изнасиловании и убийстве 33 молодых парней, известен как убийца-клоун. Казнен в 1994 году. Перед смертью он заказал 12 жареных креветок, ведро окорочков оригинальной рецептуры KFC, картофель фри и фунт клубники. Охреневший, конечно, чувак, но дальше будет еще веселее. Номер два – это Тимоти Маквей, 33 года, штат Индиана. Этот тощий высокий педрила был признан виновным в гибели 168 человек и еще более 500 получили ранения. Он был казнен посредством смертельной инъекции в 2001 году. Перед тем, как гуманно подохнуть, этот ублюдок заказал 2 пинты мятного с шоколадной стружкой мороженого. Стекла ему битого надо было пару кило. Номер 3 – это Рики Рэй Ректор, 42 года, штат Арканзас. Этот толстый бородатый нигер признан виновным в 2 убийствах, казнен посредством смертельной инъекции в 1992 году. Его выбор – это стейк, жареная курица, вишневый растворимый напиток Cool Aid и пирог с орехами. Но этот хоть поскромнее и убил поменьше, и с едой не сильно намудрил. Номер 4 – это Виктор Фегер, 28 лет, штат Айова, признан виновным в похищении людей и убийствах, наркоман. Казнен посредством смертельной инъекции в 1963 году. Этот ботанического вида псих решил выебнуться и заказал одну оливку. Номер 5 – это Стивен Андерсон, 49 лет, штат Калифорния. Он признан виновным в краже со взломом и в нападении, в побеге из тюрьмы в 7 убийствах. Казнен в 2002 году. Этот весельчак тоже решил ни в чем себе не отказывать и заказал 2 поджаренных сэндвича с сыром, пинту творога, кукурузу, персиковый пирог, мороженое с шоколадной стружкой и редис. Номер 6 – это Тед Банди, 43 года, штат Флорида. Признан виновным в изнасиловании, некрофилии, то есть чпокал мертвых, побеге из тюрьмы в более чем 35 убийствах. Казнен на электрическом стуле в 1989 году. Этому задроту, наверное, стало стыдно. Он отказался от специальной еды, поэтому его последний прием пищи был обычным для этой тюрьмы – стейк, жареные яйца, оладьи, тосты с маслом и желе, молоко и сок. Нихуево так ужинают в американских тюрьмах. И на этом пока все. Продолжение нашего увлекательно-познавательного рассказа от Crazy TV по ссылке под этим видео. Также скоро на нашем канале выйдут видео с подробным описанием жизни и злодеяний каждого из этих маньяков. Подписывайтесь, ставьте лайки, будет интересно.